Скачал Roblox. Ну, фактически это он не идет-то игры все там с сайта. Но тоже можно много чего там найти. В основном это, конечно, бредовые вещи. Но вот кое-как есть. Нам можно поездить там на разном транспорте, лифтах, поездах. Вот хочу, наверное, сейчас в метро поездить. Автоматическое московское метро называется карта. Игра. Станция, как я понимаю, седьмая линия. Вот тут задействована Котельники, Жулебино, Косино, Лермонтовский, Выхино, Рязанский, Кузьминки, Текстильщики, Волгоградский, Пролетарская, Таганская, Китай-город, Лубянка, Пушкинская, Баррикадная, 905 года, Беговая, Полежаевская, Октябрьское поле, Щукинская, Сходницкая, Планерная, то есть где завод «Москвич» находился. Ну и другие можно всякие пощелкать. Вес небольшой, вагоны гоняют сами. Вот уже я внутри нахожусь в метро. Можно включить глаза. Это чуваки тут разные стоят. Тут как бы типа роботы. Вон уже приходит поезд. Скоро. Вагоны ехают, но без стрелок. Не 81-е, а именно Е. Стрелку хрен уберешь. Тут даже умудряются цеплять эти вагоны. Как сделать? Он на Таганскую едет. Ну, чисто вагон Е, это сразу понятно. Он уже подходит здесь. А, все, да, подходит. Сейчас поедем. Таганская, 62-й. Вот здесь я любил сидеть сбоку. О, какой дебил сел. Дегенераты в метро это тут. Это народу много. Дегенерат. Тут даже за деньги можно переходить. Дебилы сидят. На улице едем, похоже. Вот тут классно было наблюдать, как другой вагон едет. А тут тоже одиночные порой вставляют. Так что едем с дебилами в составе. Плафонов тут уже никаких нет. Вагоны ем. Звук неплохой, как в реальном метро. Так что прокатимся по линии. Интервалы близкие у поездов. Можно и сидеть вроде бы, да? Вот я сижу. Дегенерат едет. Такой мой в метро зашел. Да все как-то трейн ленюсь, пока нет этого времени запустить. А что тут есть? Интересные игры, можно поиграть.
на метро, да точно, он пропал из игры. Все, приехал. Кузьминки. Станция Кузьминки. Ну поедем в конец, на самой конечной станции. Потом поедем по маршруту. Как для детей, конечно, все сделал. Кузьминки. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – текстильщики. Текстильщики. Открыть-то окна нельзя, конечно. Эти два дебила останутся в вагоне. Что происходит? Какие-то вон чуваки сидят. Вагоном-то не перейдешь никак. Не вскрыть. За деньги можно в кабину у машиниста тоже, в принципе, попасть. Неплохо сделан. Конечно, все время это кататься надоедает. Ну, так понемножку. Это где завод АЗЛК был. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Волгоградский проспект. Волгоградский проспект. Волгоградский проспект. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми. О, кто-то есть, стоит. О. Коню твари, вагонок развернули. Но на улицу выехали. Волгоградский проспект. О, встречный. На Таганскую едет. То есть не до конца на планерную там. Сокранаровее. Может сокращено, но знаете. Какие-то здания.
встречный пошел. Какие-то здания. Состав, наверное, пустой. Бред, больше никого нет. Я вроде бы не в вагонах больше никого не вижу. Тут как-то странно общение, непонятное. Через чат. Аквария, как его открывать? Это не понял, а как его открывать-то? То исчезло, как открыть? Я не знаю. Тут вроде нету ничего. Надо знать. Это пока непонятно. Писать-то чёрта уже, пока не ест. Или надо дождаться станции. Что-то меня мышь не может указать внутри вагона. А или вот. Станция Кубинский проспект. Наземный переход на станцию Кубинская, Московского центрального. А вот так вот вот. Вот так вот можем. Следующая станция – Пролетарская. The next station is Пролетарская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Пролетарская уже. Во! Вот там тоже чувак едет. Зором 420. Слушайте, я в этой игре хочу стать красивой и молодой лун, как вы поняли. Харя едет. Серж НСК камеру за пределы.
пролетарская. Молотки видны. Вот там кто, папа Нильсон какой-то поехал. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Таганская. The next station is Таганская. Будьте осторожны, выходя из вагона. Обалдеть! Едет, обалдеть! Не успели сесть. Один походил. О, что это такое? А что это? Сидит. Какие-то у него странные. А куда это я? Или что, меня покатили на другой путь, что ли? Что, не понял. Что такое?
Куда это меня прикатили-то? Или на другую линию, что ли, какую-то перевели? Вон там какой-то хрен бегает. Это куда вообще я прибыл-то? Чуть не говорит ни хрена. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Пролетарская. Опять. Так я ж там был. Да тут как-то странно ездит-то. Надо знать. Чуваки добавляются в контакты. Пролетарская. Но там чуваки какие-то с кликухами стоял. Вон они туда сядут. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Волгоградский проспект. The next station is Волгоградский проспект. Ну те туда поехали, а мы я сюда. Инвалидам, пожилым людям, пассажирам. На Волгоградский опять. Ну да, конечно, однообразно, спору нет. Ну так, покататься можно. Спидервома на мира какой-то. Ревет тут здорово, конечно. Путь. Можно и за. А как это-то закрыть? Вот так вот. А он снова вперед, а снова появляется. Тоже надо знать. Это как НСК камеру за пределы поезда выставил. Подцепить я не знаю, можно ли тут его. Народ он быстро вылазит. Из-за тихих гор подолгу не сидит. Часто на телефоне. Тут как его закрыть? Пролетарский. Пролетарский.
опять пролетарский. Так, вроде никого нет. Текстильщики опять. Тут как это? Рамбическая при... Держимся, держимся мы за поручни. Перед поручнями. Я один, наверное, вообще в составе еду, походу. Никого нет. Так, для малых детей, конечно, все это сделано. Ну, так, покататься иногда можно. Забавно наблюдать. Особенно было классно, когда вагоны Д докатывали. Так там можно было... Они почему-то из головных все были составлены. Если сесть на тройную лавку-то вот у окошка, там было видно, как место машиниста качается. Мало того, что морд никаких не видно было, еще деревянная ручка. Все это было контроллером. Было видно приборы все. Все они, в общем-то, были в нормальном еще виде. Плафончики на потолку тоже классно было наблюдать. Линкруст вот этот желтый. А так вагоны Г и Д очень похожи, их фиг отличишь. Очень незначительные отличия. Так, вон на улицу. Опять тут какой-то мост переехали. Да, чисто детская, конечно, игра. Игры. Но он опять это здание. То есть меня на другой путь, короче, наверное, перевели. Я еду теперь в другом направлении, получается. Плохо, что в схемке нет метро, не посмотришь. Вот там хрен какой-то ехал. Уехали. Как они умудряются цепляться-то за него? Вроде не, ничего нет. А было как-то круто, поезд поехал из Купчино, на Техноложке переехал на другой путь, так до Просвещения ехал. То есть не надо было пересаживаться. Ну, по-моему, это технологическому пути перешел. Так, вон. О, какой-то хрен стоит. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Кузьминки. Кузьминки. О, чувак хотел сесть, но не смог.
свинки. Он сидит, чувачок-то сидит. Сидит, балдеет. Чувачок балдеет. Ну когда такой? Фиг его знает, надо знать. Кузьминки. Держите за поручень. Текстильщики. А это какая? Чё, он плохо, что не всегда пишет? На станциях, чё за станции? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Пролетарская. The next station is Пролетарская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Пролетарская. Что у некоторых рупатюги проходят. О, сидит, о, чувак какой-то сидит. О, петух сел. О, охренеть. О, как он так. Он открыл дверь, паразит. Офигеть. Козел, он, наверное, заплатил деньги. Видишь, открывает двери спокойно. Надо платить деньги. Так, не открыть. Же открыл дверь.
Открыл паразит дверь. Он, наверное, в мой кабину машиниста может. Пролетарская. А мне не пройти нифига. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Таганская. Таганская. Будьте осторожны, выходя из вагона. Какой-то Кевин поехал. Рюкзаком едет. Пойдет. Пойдет. О. Бобер-бебер какой-то. Сейчас пойдет встречный без остановки. Давай-ка позырим. О, без остановки. Посадки нет. Обкатка поехал нулевой. А, ну да, обкатка нулевой. Тот уже ушел. Да, наверное, на пересадку на другие станции. Эскалаторы, конечно, стоят. Хотя тут есть еще и эскалаторы рабочие. О, встречный идет. Выхода. Чувак поехал. Как они к нему прицепляются, непонятно. Тут вообще закрыто. Еще надо покупать, ключ покупать. 60 каких-то денег стоит. Баланс ноль. Можем в кабину машиниста проникнуть. А я зарабатываю деньги на этих играх. Получается. В кабину машиниста так не проникнешь.
не перейдешь с двери в дверь. Сейчас тормознет в туннеле. Сейчас стоим. Стоим, зараза. А так он уже, наверное, назад поехал. Лишь назад поехал. Ну, наверное, перешел на другую линию, короче. Слонятся, не слонятся. Слон, лон. Из этого слова можно полно слов создать. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Пролетарская. Пролетарская. Ну да. Как они вылазят-то? Они, наверное, ключи, что ли, накупили. По туннелю моро встречный. Меня не собьет там нахрен. Небо прибило, я на контактном рельсе сейчас стою. Таганская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пролетарская. И чтобы туда зайти, надо. Ну вот кабинка машиниста так-то видно. Еще я не могу туда никак проникнуть. Мне не проникнуть в кабинку машиниста. Эскалаторы вниз. Кто-то носится, а вон там вдалеке кто-то носится. Народу-то много. Тут он вроде не сбивает. Тут нигде не зацепишься, короче. Ни между не встанешь. Никак. Ишь, внутрь вообще не залезешь. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Пролетарская.
The next station is Пролетарская. Пролетарская. Быстро шпарит. Непонятно, как это отключить. Чувак стоит. Алекс какой-то. Только вагоны ехали. Следующая станция Волгоградский проспект. Волгоградский. Волгоградский проспект. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам. Дебилы по партам бегали. Надо было бежать, и чтобы ни разу на пол не приземлиться. Вот такая идея. По всем рядам пробежать, ни разу на пол не приземлиться. Чувак стоит. Следующая станция – текстильщики. The next station is текстильщики. Текстиль, вон тот остался в другом.
Можно орать через вагон, когда там, когда один орёт другому. Руками-то понятно, типа. Знаки делал через окошко. Не, а если орать? Орать будет слышно. Орал. Жестикулировал, орал. Ну вот в кабинку хрен проникнешь, надо покупать за бабло. Там, в принципе, ничего особо интересного нет, но вид просто поинтереснее будет. Улицу вылетели. В принципе, конечно, однообразно, спору нет. Так можно иногда все равно прокатиться. Вскрыл кабинку машиниста. Много народу сегодня. Да, это бывает поменьше. Прям уж настолько. Это и популярная игруха. Автоматическое московское метро называется. Он, наверное, пустой, никого нет. Вот этот пошел пустой. Даганская. Хрен его знает, куда сейчас едем, должны. Сейчас остановимся, похоже. Все, остановили. А нулевой — это обкатка. Какой-то еще он. Стоим. Сразу фоновый звук пропал. Но ненадолго. Ну, с телефонов, конечно, запускают. Понятно. Текстильщики. Чувак с хвостом стоит. Петух стоит. Ну-ка, дай-ка посмотрим. Или как с лисем. Чувак. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Кузьминки. The next station is Кузьминки. Она тоже села. Заскакивали в последний момент. Сейчас деньги-то непонятно как перегонять на эти сайты. Раньше-то легко с карточки. Сейчас вообще ничего не поймешь.
надо знать, сколько там, 1000 рублей надо. Надо знать. Примерно так. Ну, тут такая же меньше за ключ. Надо знать, смотреть, сколько это. Полазить по вагонам. Можно в туннели подглядывать. Он. НСК Серж камеру выставил. Ехал НСК. Еще ключ надо покупать. Так как бы камеру-то можно выставить. Поглядеть. Ну, можно просто 44-й номер. В кабинку заглянуть. Ну, в принципе, что, только одно место. Приборов никаких нет. Ну так же просто прикольнее смотреть, как бы с машинистом. Как будто машинист появился. Да, постоянно в эту игру заходят. А тупо прокатиться на поезде. Прикольно. Кузьминки. Рязанский проспект. Ой, о, как лихо запрыгал. Рязанский. Балдеет сидит. Балдеет. Роботы, Роблокс. Как бы роботы. Да, вот так можно сидеть, смотреть. Вагон туда-сюда дрыгается. Туннель, так фоновый шум сильный от стен туннеля. Хрен его знает, эмоции. Можно включать, наверное.
партизанский. О, какой-то еще чувак. Ел ту патрон какой-то. Сейчас поедет обкаточный. Уважаемые пассажиры, на прибывающий поезд посадки нет. Прямо отойти от края платформы. Выхино. Платформа справа. The next station is Выхино. Вон обкатка поехала. Выхино. Да не конечная. Он-то, наверное, вышел из игры. Еще пропал. Платформа. Так что вот ключик-то за деньги. Платформа Выхина. Это по улицам. А, конечная, наверное, Выхина. Там железная дорога рядом. Эти опоры идут. О, кто-то ехал. Ну да, в реальности эти поезда все забитые, наверное, едут. Ну так я не знаю, но зависит, наверное, от линии еще. В Москве-то там их догрена. Там встречная, а куда высадка? Понятно. Сейчас встречный вот пойдет. Выхода. Все, конец. Выхода, конечно. О, какой-то чувак едет. Сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. В общем, Выхина конечка. Тут уже, видишь, надо на другой путь переходить. Стоит на конечке, короче. Но там ничего нет. Туда, наверное, не вылезем. А тут тогда срать можно. Спокойно ехать. Если... Да, обычная уже платформа. Она под навесом пустит. А тут вообще можно по наголову прямо по путям. Таганская. Можно вообще прям по путям носиться. Там стрелка у него переводная. Сейчас посмотрим, как он перейдет на другую стрелку. В некоторых-то играх эти поезда что-то ездят хреново. Там разбиваются просто, да и все. Тут-то все отработано. Вот сейчас он перешел на стрелку. Поедет дальше по прямой. Включил свет. Это как бы машинист перешел.
Все, поехал. Колеса что, неподвижны вроде? Как вроде колеса неподвижны. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Рязанский проспект. The next station is Рязанский проспект. Чтобы за поезд не зацепиться. Все, ерунда пока не получается. Короче, поездил вот на метро. Московское метро так выглядит. Можно будет на других всяких играх тоже покататься. Пока вот так, московское метро. Стоят вон разные чуваки, в принципе. Ездит народ какой-то. Сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Да, понятно. Так вот такая история поезда метро, короче. Тоже долго можно так, можно и в общем-то и кататься, пока не надоест. Roblox. Автоматик метро.